там будет какие-то еще не уснут и жеребку разнесет. Но это я говорю, что если не будет никаких вот каких-то там экстремальных случаев, когда кто-то прибежит, списки каждые 4 часа вывешиваются, вы, ваша обязанность всех руководителей подойти было, посмотреть, если, значит, ну, что-то вдруг не так. То есть разряд неправильно сказал, там ребенок записал, значит, ему поставили там ниже, допустим. Вот, или фамилия, значит, с ошибкой, или код ФИДа есть, а секретариат не смог его найти. То есть какие-то есть тонкости, то есть это все влияет на жеребьевку, поэтому любая найденная ошибка, мы вам просто будем благодарны. Если это будет вовремя сделано до начала первого тура. Ну и после первого тура, во время первого тура, то есть не стесняйтесь, подходите в секретариат ко мне и со всеми, значит, замечаниями обращайтесь. То есть все, что в силах судейского корпуса, мы будем делать. Ну, просьба, вот в прошлом году был случай, был защитное поражение за покидание зоны, значит, поэтому еще раз хочу напомнить, что игровая зона, и если за пределы игровой зоны ребенок вышел, а тем более, если там мобильный взял, или есть подозрение, что он где-то мог подсказку там получить. Ну, то есть, может быть, он и честный, хороший, там, решил на солнце погреться, но это вызывает нервозность у соперника, так, конечно, поступать нельзя. То есть, мы понимаем, что дети все здесь у нас замечательные, все, значит, играют своей головой. Но игровая зона есть, покидать ее нежелательно. По регламенту он висит, значит, доступ к нему есть. Напомню, что вход в помещение с мобильными телефонами запрещен. Запрещен выключен, не выключен, то есть вот он здесь запрещен. Ну, конечно, если он выключен и будет обнаружен, то поражение, мы поставим там замечание, может быть, на первый взгляд сделано, но это зависит от